Будем смотреть матч 1/32 финала этого розыгрыша на лице. Так вот он, бессменный, играл каких-то мышечных травм. Вот желательно проводить некоторую... Ворота Хан Гузган. Есть опытные футболисты, как и есть опытный темнокожий норвежец Тетти, опорный полузащитник на ваших экранах. И видите, что здесь и Педро, и Миши Бетшуаи, ворота Петербуро. Это история совсем недавняя, и почему бы ему сидеть с центра поля. Разыграли, и давайте о составах команд, с хозяев и начну. Кеннеди. Ну, таким ударом не забьет. Немцы там еще есть. Боснеец один очень интересный. Он пока не привлекался. В общем, пофилать раннюю вынужденную замену. Приземление было очень непохватает и выносливости. Пас хороший. Педро. Педро, и вот свободен. Свободен был Кеннеди. Педро очень похоже. Слишком похоже. Атака Норвич-Сити. Левым флангом мяч штрафной. Паулька на днях дебютировал наконец-то за Мадрид. Как опасно, Давид Луис. В общем, наверное, и хозяев под удар, под левую ногу подбирал. Его спросили журналисты, не успел подняться. Виллиан ищет варианты. Кому-то забежать бы, наверное, слева, но почему-то Кеннеди еще и не вечер. Отторгивает себе позицию, подача, выбивает мяч Циммерман. Может быть, Причард, прострел, опасно! Полной силы, энергии и желания проявить себя. Видите, брат Лупинто идет вперед. Кто-то должен помочь. Вот, может быть, Солса. Мэдисон. Мэдисон, удар поворотом. Здорово. Здорово. Сыграли после перерыва Челси, как мне кажется, лично видимым настроем. Шуай разворачивается, бьет поворотом. Бакайоко, удар поворотом. И выброк. И удар поворотом. Виллиан, навес. Тоже наиграно. И создан 0 по-прежнему, но преимущество Челси. Однако сейчас в атаке хозяин. Отчается Причард. Причард, удар поворотом. Рикардо. Еще одна попытка теперь же. Подача, удар, голова. Штрафную площадь. Подача. Кабальеро ошибается, удар с лед. В исполнении обеих команд. Нет офсайда. Виллиан вовремя отдал передачу. Прострел, за покос давать не будет. Давид Луис, удар поворотом. Действительно, в ближнюю девятку.